Всем привет! Сегодня на обзоре очередной аминокислотный комплекс от производителя BioTech USA EAA. Вкус лимонный холодный чай. Так, что нам говорит о данном продукте производитель? Содержание незаменимых аминокислот более 7 грамм. Именно такое соотношение аминокислот рекомендует Всемирная организация здравоохранения, близкая к 1:1 соотношению глютамина и БЦА. То есть здесь помимо БЦА еще 6 незаменимых аминокислот, плюс добавляется порядка 3,5 грамм глютамина, тоже аминокислоты. Вот такой хороший состав. Сейчас посмотрим по вкусу. Порошок, 14 грамм идет пробник, и, соответственно, как еще не сказал, рекомендует производитель все это дело употреблять. Смешать одну порцию порошка 14 грамм с 400 миллилитрами воды, принимать по одной порции за 15 минут до тренировки, в дни отдыха принимать по одной порции между двумя приемами пищи. Так, есть по запаху. Запах приятный, такой немножко, конечно, химический. Лимон идет в большей степени, чай в меньшей степени. Причем чай такой по вкусу, как зеленый немножко. Пена, как вы видите, есть. Сейчас скажу по вкусу. Так, по вкусу, конечно, химия. Крайне похоже, как персиковый чай, который вчера был в обзоре. Прям вкус практически один в один. Только чуть-чуть послевкусием там шел персик, чуть-чуть. Здесь идет чуть-чуть послевкусием лимон. Но во главе угла стоит такой химический вкус, чуть с кислинкой. И он перебивает, в принципе, в большей мере вкус непосредственно продукта. То есть вот эта сама кислинка перебивает. Я думаю, что его стоит разводить на большее количество воды. И в принципе употреблять можно в процессе тренировки. Так будет даже лучше. Вот. Но по составу очень хороший продукт. Он крайне недорогой. И как предтренировочный комплекс я его прям рекомендую. Он дает определенный результат на тренировке. Вот. Такой обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.